Так, встань, мага, да? А что с ними так? Эй, мага! Эй, достань! Эй, что делать? Эй, что? Эй, мага, стой! Пацан, Дастан, успокойся. Все, Анвар, Дастан, ты иди туда, куда шел, Анвар. Дастан, успокойся. Ты по-хорошему иди, Анвар, я сам поговорю с ним. Дастан, объясни-ка ты мне, что случилось? Он младше меня. Так? Шутит со мной, много болтает, за свои слова не отвечает, Анвар. Магомед, что ли? А кто еще другой? Брат, он вчера мне про тебя вообще другой рассказывал. Что, сам гнилой и гнилые вещи, да, сказал мне? Нет, брат, наоборот, Дастан. Он про тебя хорошего мнения. Да ну? Он мне вчера про тебя хорошие вещи говорил. Типа я у Дастана пример беру. Он у нас хороший брат, старший. А ты сейчас вообще по-другому его, наверное, понял. Успокойся. Вы что между собой, братья, что не поделили? Ладно, ты пошутил, он пошутил. Вы же должны друг друга понимать же. В общем, Дастан, ты сейчас вот здесь стоишь. Я пойду с Магомедом тоже поговорю. И я к тебе обратно вернусь, хорошо? Все, хорошо. Не двигайся. Мага! Магомед, что случилось, брат? Чего вы не поделили? Да он сам постоянно шутит надо мной. Магомед, вот я сейчас поговорил с Дастаном. Он вообще о другом мнении о тебе, брат. Прояви чуть уважение, ты же младший. Да я знаю, что он постарше, но человек же должен быть достоин к уважениям. Он сам с первого начал поднимать руки на меня. Эх, Магомед, знаешь, Дастан, что сказал про тебя? Что говорит, опять надо мной шутит, наверное. Нет, наоборот, он говорит, что ты достойный братишка. Типа он чуть не сдержал свою вспыльчивость и накидался на тебя. Вы должны понимать друг друга. Никогда не ругайтесь за мелочи. Шутите. Потом обратно помирились, ушли. В общем, сейчас идем, пожимаете друг другу руки, обнимаетесь и расходимся. Поняли, нет? Он о себе хорошего мнения. Лично я сейчас свидетель, я услышал. Пойдем. Дастан! Брат, вот я сейчас поговорил с Магомедом. Магомед, я также поговорил с Дастаном. Он хорошего мнения о тебе, ты хорошего мнения о нем. Давайте сейчас руки пожмите, больше такое не повторяйте. Ведь стыдно будет, вам уже вон по сколько лет, не дети же. Давайте, братья, ради Аллаха, простите друг друга. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Ложь является дозволенной для предотвращения смуты. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: тот, кто налаживает отношения между людьми и говорит для этого хорошие слова, и доводит до людей хорошие слова, не является лжецом.